С перекрестком улиц Демьяна Бедного и Первой Чередовой, которые из-за постоянных аварий прозвали в народе смертельным, ничего нельзя сделать, уверены в департаменте транспорта Омска. Напомню, ситуация на этом участке дороги обострилась после строительства путепровода и установки шумозащитных щитов. Водителям, поворачивающим с Первой Чередовой направо, попросту не видно транспорт, который идет по путепроводу. В социальных сетях десятки роликов с кадрами аварий на этом перекрестке. ДТП зачастую серьезные, с пострадавшими. Департамент транспорта по многочисленным жалобам о мече изучил дорожную ситуацию на участке и пришел к выводу, что справиться с проблемой невозможно. Для дорожного зеркала перекресток слишком широкий, различить в нем машины не получится. Для светофора уклон моста слишком крутой, и зимой водители не смогут вовремя затормозить. Запустить разные варианты альтернативных трасс на прилегающих к Демьяна Бедного улицах слишком дорогой проект. Не удастся даже демонтировать шумозащитные щиты. Приходим к юридической точке зрения, к юридической сложности реализации этого предложения. Был проект, он прошел экспертизу, положительное заключение имеется. Проект был реализован. На каком основании будут выполнены работы по даже частичному демонтажу этих акустических экранов? Но получилось так, что из 9 опрошенных 8 отказали, посчитали нецелесообразным, скажем так, возражали против демонтажа. Теперь юристы городской администрации ищут лазейки в законодательстве, чтобы обосновать частичный демонтаж щитов. Убрать надо около 40 секций. Ситуацией заинтересовались в прокуратуре. Впрочем, судя по нашему опросу, жители окрестных домов шумовой защитой дорожат не особо. Щит нужен вам вот этот вот? Да зачем он нам нужен? То есть, если его уберут, вы не будете против? Или будете против? Я против, что нас затопили. Ну, это понятно. А щит? А щит он мне, знаете... До палочки. Есть он или нету? Аварии каждую неделю происходят. Вот позавчера была опять авария в 12 часу. Что, я думаю, что надо убирать. А вам это комфортная жизнь, они не смеют? А никакого толку нету от этого. Что они есть, что их нету. Что они тут сделали нам? Изоляции, что ли? Никакой нет изоляции. Шумит, гремит. Так что, моя хорошая, это все, я согласен убрать. Тут нам и солнце-то даже, видишь, трава вот там не растет даже.